Внимание! Доступна услуга заказа объявлений на телеканал ОРТ через интернет на сайте media56.ru. Информация от компании «Газпром Межрегионгаз Оренбург». Уважаемые абоненты газовой сети, берегите себя, пользуйтесь онлайн-сервисами. Подать заявку на газификацию, ремонт газового оборудования, установку и замену счетчика газа, передать показания и оплатить услуги, возможно, дистанционными способами. Подробная информация на сайте оренбургрегионгаз.ру и облгаз56.ру. При запахе газа звоните по телефону 04 круглосуточно. Ремонт и запчасти стиральных машин. Телефон 60 60 80. Узаконивание самовольных домов, пристроев, перепланировок, оформление земельных участков, вступление в наследство, представительство в суде. Телефон 60 12 91. Ремонт квартир. Обращаться по телефону 96 88 82. Требуется помощник по хозяйству, садовник, уход за животными, уборка территории. Возможно, с проживанием. Телефон 20 14 39. В ССПК «Марьевка» требуется водитель категории «Б», торговый представитель, разнорабочий. Телефон 97 84 83. В организацию требуются разнорабочие, водители категории «БЦ», дорожные рабочие, механизатор на погрузчик-экскаватор. Телефоны 58 98 31 или 8 987 882 63 64. Требуются кадастровый инженер, инженер-землеустроитель с опытом работы. Телефон 436 536. Дорожно-строительной компании требуются начальник участка, мастер участка, дорожный рабочий, командировки. Оплата достойная. Звонить в рабочее время по телефону 8 961 906 77 78. Требуются уборщицы подъездов и дворник. Телефон 8 967 776 76 92. На улицу Беляевскую требуются грузчики, оператор 1С. Звонить 8 922 853 88 93. Срочно требуются стропольщики. Телефон 27 20 28. Требуются грузчики. Звонить 29 49 65 или 8 922 541 34 19. В управляющую компанию требуется энергетик, разнорабочий, электрик, дворник, мастер по санитарии. Телефон 48 40 80. Заводу бурового оборудования требуется оператор фрезерных станков с ЧПУ. Обращаться по телефону 75 46 60 или по адресу проспект Победы 118. Требуются охранники. Телефон 28 01 05. Предприятию общественного питания требуются технолог общественного питания, повара, официанты, изготовители полуфабрикатов, мойщики посуды, уборщики помещений, экспедиторы по перевозке грузов, грузчики, комплектовщик, соцпакет. Телефон 32 83 46. Требуются лепщицы пельменей, а также повар-обвальщик мяса. Звонить 8 909 610 2803. Требуется дворник. Телефон 922 103. Требуются пилорамщики. Зарплата высокая. Телефон 920 941. Требуются отделочники и подсобники. Телефон 28 57 25. Требуются уборщицы на улицу Донгусскую. Звонить 67 62 47. Требуются водители категории Е, автокрановщики, машинисты бульдозера, автослесари. Зарплата высокая. Телефоны 67 0050 или 909 282. Требуется продавец молочной продукции. Обращаться по телефонам 8 922 843 93 41, 8 922 829 98 97.
Требуются операторы 1С и менеджеры по закупкам. Телефоны 420005 или 8-987-115-06-72. Требуются грузчики на склад, водители категории БЦ. Телефоны 420005-8-987-115-06-72. Требуется слесарь-сантехник. Телефон 8-967-776-76-95. Требуются дворники, уборщицы, плотник. Звонить 8-919-856-05-27. Смотрите программу «Видеоблокнот» на нашем сайте media56.ru.